Мнучин: с КНДР нужно прекратить торговлю. В США готовит новый пакет санкций против Северной Кореи. Министерство финансов США после ядерного испытания Северной Кореи представит президенту США Дональду Трампу новый пакет санкций против Пхеньяна. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на главу ведомства Стивена Мнучина. По его словам, пока работа над проектом пакета новых санкций продолжается. Мы говорили сегодня с президентом о том, что такое поведение совершенно неприемлемо. Мы уже ввели санкции против Северной Кореи, но я работаю над проектом пакета новых санкций, чтобы направить его президенту для обсуждения. Мы будем работать с нашими союзниками. Мы будем работать с Китаем. Но нужно отрезать экономически Северную Корею, сообщил он. Мнучич отметил, что все, кто захочет заниматься бизнесом с Пхеньяном, не будут заниматься бизнесом с США. Напомним, ранее СМИ сообщали, что утром в воскресенье, 3 сентября, Северная Корея испытала водородную бомбу, ее мощность составляет 100 килотонн. Как сообщал корреспондент Нетмир, осудил ядерные испытания КНДР. По материалам сайта news.com.